Сейчас как гиды тоже подрабатываем. Короче, вот. Посмотрите, обратите внимание на хамелеон. Он очень живописен, живописен именно в это время года. Да. Посмотрите направо. А мы продолжаем, да, продолжаем наш бескоштовный, то есть, как это сказать, благотворительный концерт. Да, мы... На строительство храма рок-н-ролла. Вот, мы фундамент заложили, и у нас это деньги все закончились. Получается, да. На строительство храма рок-н-ролл. Итак, следующая песня про русалку. Без трусов. Да, это мы, короче, когда с Максом были маленькие, мы все время у мамы спрашивали, почему у русалки у него лифчик есть, а трусов, трусов нема. А мамы нам не отвечали. И поэтому эта песня о нашей детской психологической травме. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, оставайся в этих снах, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Ты будешь, все будем, кто...